«Одинокий тополь Калмыкии» поборется за звание главного европейского дерева. Голосование начинается 1 февраля на сайте проекта и продлится ровно месяц. Тополь растет в одном из поселков Целинного района республики. Его возраст 103 года. По легенде, этот тополь посадил в начале прошлого века буддийский монах. Местные жители говорят, дерево исполняет желание. Наряду с калмыцким тополем в финал конкурса «Европейское дерево 2020 года» вошли деревья из 11 стран, например, из Болгарии, Италии, Португалии и Великобритании. Наш тополь – это уникальное явление, когда произрастает одно единственное дерево бескрайней степи на многие километры. Мы там не можем и не видим ни живого кустика, ни другого живого дерева. И легенда этого дерева подтверждается. Я уверен, что этот тополь, который дарит нам энергию, дарит нам силы, исполняет наши желания, действительно, он привлекает к себе по достоинству, будет еще больше внимания. Это даст возможность развитию республики, развитию экологического туризма.